В сентябре выходят с каникул не только школьники, студенты, но и творческие коллективы. О планах театров Чувашии на новый сезон Ольга Пырочкина. Еще в прошлом сезоне русский драмтеатр сошел с протаренной дорожки классики. В репертуаре появились новые необычные постановки, которые чебоксарский зритель еще не видел. В этом году курс сохранится. У нас такие спектакли появились, как «Орфей и Эвридика». У нас появился такой спектакль, считаю, что очень неплохой спектакль, это «Безымянная звезда». И сейчас готовится к постановке, вот 30 числа будет премьера, это автор Дарья Фо. Спектакль будет называться «Блондинка». Мне кажется, тоже очень любопытный спектакль будет, сделанный совершенно в новом ключе, там огромная работа балетмейстера. Один из самых старых театров республики, Чувашский драматический, откроет уже 98-й сезон. На его сцене, наоборот, будет много классики. А начнут пьесы Константин Иванов. Премьера 22 сентября. Мы приготовили фестиваль чувашских пьес, чувашская классика и современность. А осенью, в ноябре, будет новый фестиваль, тоже посвященный году литературы, называется будет «Русские и зарубежные классики на сцене Чувашского театра». Будут спектакли по пьесам Александра Сергеевича Пушкина, Мольера, Александра Островского. О том, что хлеб не растет сразу буханками на полках магазинов, малышам расскажут в театре юного зрителя. Спектакли у нас на русском и на чувашском. Впервые мы поставили за 20 лет, по-моему, на чувашском спектакль для малышей. Называется «Ванюк Эщеханхать» или по-русски «Ванюшкины каникулы». Ваня едет на каникулы в деревню, там у него кугамай, который кормит его настоящей натуральной пищей, натуральными продуктами, а он привык уже все к городским магазинной пище. Он даже представляет, что молоко растет в магазине. В театре оперы и балета зрителям предложат любовный напиток. Это комическая опера «Доницетти». Премьера запланирована на вторую неделю ноября. В общем, зрителю есть из чего выбрать. Правда, до этого необходимо решить, остаться дома у телевизора и компьютера или, наконец, посмотреть живую игру актеров. Ольга Пырочкина, Алена Алтухова, Расиль Мухаметов. Республика.